Американские ученые сообщили о создании первых в мире биороботов, полностью собранных из живых клеток. Их назвали ксеноботы. По сути, это новый класс программируемых живых существ. Материалом послужили стволовые клетки африканской шпорцевой лягушки. Миниатюрные биороботы размером всего в 1 мм способны двигаться к цели, переносить крошечные грузы, обходиться длительное время без питания и самостоятельно восстанавливаться. В будущем их планируют использовать для доставки лекарств, запуская в кровеносную систему организма.